Выявлен первый случай заболевания лихорадкой Денге за пределами Токио. Зараженным оказался житель префектуры Тиба. При этом мужчина не выезжал в столицу и не был в последнее время за границей. Вместе с ним число больных достигло уже 86 человек. Медики сообщают, что состояние всех зараженных удовлетворительное. Опасности для жизни нет. Из-за распространения вируса закрыты большинство парков. Напомню, первые сообщения о заболевании начали поступать в начале прошлого месяца. Распространяется вирус – особый вид комаров. У зараженного человека поднимается температура. В течение примерно недели болезнь сопровождается сильной болью в суставах, иногда сыпью.